Ехали-ехали в яму бух. Это не детская игра, а кошмар автолюбителей. В ДТП по причине плохого состояния дорожного полотна попадают тысячи водителей. Единственный способ справиться с этой бедой в холодное время года – ямочный ремонт. Каждую весну в России вместе со снегом тает асфальт, жалуются водители. Эксперты подтверждают, по окончанию зимы действительно разрушается около 3% покрытия. И от этого пока никуда не деться. Впрочем, до весны еще далеко, а ямы на дороге уже показались. Бригады дорожных рабочих сейчас можно встретить в разных районах столицы Чувашии. Технологии работы при таких низких температурах все две. Это холодный асфальт, который сейчас вы видите, само производство, и литой асфальт. Технология очень трудоемкая, поэтому в день они делают 10 метров. Мы работаем постоянно, в любом случае, потому что предписания приходят от ГИБДД, потом мы обслуживаем эти дороги, мы сами видим, где дороги в плохом состоянии, поэтому работаем на этих участках. Заплатки, которые ставятся по технологии литого асфальта, как правило, служат десятилетиями. Однако сейчас в Чебоксарах использовать ее возможности нет. Нужно оборудование и материалы. Технология же холодного асфальта результат дает недолговечный, но до весны заплатки протянут, отметил главный инженер управления ЖКХ и благоустройства. Эти меры помогут сохранить водителям машины и здоровье, физическое и душевное. Кстати, ямочный ремонт вовсе не отменяет капитальный ремонт летом. На эти цели в бюджете заложено более 60 миллионов рублей. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.